Вы смотрите новости МТРК, и мы продолжаем наш выпуск. В преддверии профессионального праздника работников стандартизации в Департаменте по техническому регулированию и метрологии провели круглый стол. Обсудили новый закон и четвертую промышленную революцию. Все подробности в сюжете Ильи Кудрякова. 14 октября работники сферы стандартизации отметят свой профессиональный праздник. В преддверии этого дня сотрудники Департамента технического регулирования и метрологии провели круглый стол и обсудили перспективы развития. Раньше департамент контролировал соблюдение всех стандартов. Сегодня ответственность за качество продукции лежит на самих предприятиях. По словам специалистов, грубых нарушений в их работе они не выявили. Деятельность в этой сфере регулируется законом о стандартизации. Новый подписали 5 октября. Закон определил уполномоченный орган по стандартизации, национальный орган по стандартизации. То есть будут вноситься изменения уже в действующие законы в связи с принятием этого закона. К чему приведет это повышение конкурентоспособности отечественной продукции, повышение экспорта продукции, выход на внешние рынки. Обсудили на встрече четвертую промышленную революцию. Главная ее цель – автоматизировать производство на предприятиях. Индустрия 4.0 поможет отечественным бизнесменам не только увеличить свою прибыль, но и выйти на новый уровень развития. ТО «Петропавловск-кондитер» свою продукцию реализует не только в Казахстане, отправляет на экспорт в Россию, Монголию и Китай. Она отвечает всем современным стандартам. Мы так же, как и все, закупаем новое оборудование, осваиваем новые прогрессивные технологии. Хотим быть конкурентоспособными на рынке не только ценой, но и хорошим качественным продуктом, натуральным продуктом. Наши сотрудники, которые работают у нас на предприятии, постоянно чувствуют неуклонное улучшение условий труда. Это очень важно, культура производства. В преддверии профессионального праздника троих сотрудников предприятий города отметили почетными грамотами. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, новости МТРК.